тихая машинка с 11 настройками длины для сухой стрижки. Рассмотрим в деталях машинку для стрижки Philips. Модель QC512515. В комплекте с основным блоком идут режущий элемент, съемная насадка, сетевой адаптер, щеточка для очистки, инструкция на русском языке и гарантийный талон. Philips дает на этот прибор 2 года гарантии. Корпус машинки легкий, компактный и эргономичный. Прямо под большим пальцем находится кнопка включения и отключения прибора. Сверху крепится блок с ножами. На него надевается гребень, который регулирует длину стрижки. Всего здесь 10 настроек длины шагом в 2 мм. Минимальная длина 3 мм, максимальная 21. Без съемной насадки прибор сострижет волосы до длины 0,8 мм. Прибор работает только от сети. Это самая тихая машинка из всех моделей бренда. Так что она подходит даже для стрижки маленьких детей. Они не испугаются громкого звука, а безопасные лезвия из нержавеющей стали, закругленной формы, не поцарапают кожу при стрижке, даже если ребенок будет постоянно вертеться. Ширина ножа 40 мм. Лезвия не нужно смазывать маслом. Чтобы очистить их, достаточно откинуть ножевой блок и вымести волосы щеточкой из комплекта. Промывать режущий элемент нельзя. Для очистки машинки запрещено использовать абразивные чистящие средства, растворители вроде спирта и острые предметы. Машинка Philips подойдет для домашней стрижки взрослых и детей. На выбор 11 настроек длины от 0,8 до 21 мм. Устройство легкое, безопасное, тихое и неприхотливое в уходе.